السلام عليكم بدا يوم تن مغب نقبلوا السلامه من ديك كراسنا دار بكر روسيا امو خوني لا ميكران توخوم وما غبان توخوم جانا يوخانوا دخ بدايتون اخنا المنتيوخ هيرخ كبني ام تديان كات ماتشخخلون خزمانه تينا تولكي جو داني ماشن جو اترت سوفيت يونيون و عادية مدرة اتلان خدات بكتا ام خدام ياكارتا من مديتة تومسك لبوف ايفانونا قد ايلا تولكتو بابو شيتت خمشي خمشة البو جامو خمشي خمشة و ميكارتا لبوف لتلا هتش خاموت انوتا بود بابو و ليلة بتخارو سبب خاشيتا يلا سورتفا و بطلب لمنان كات هيرخ كاتو و امسخ مچخخل يان مچخخل بيتويتت بابو بلچتويه و يالو و بناتو و تلخزمانه و عادية انا بتهم زمام تري لشانه ديان و لشانه ورسنايا كات لخه جوتر ديان ساما زودا انت لين ابدايا لشانه برميلا اها همزم تدين سبب ناشت بيايخ مچخخلون بمارنا جواتر تروسيا. Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня у нас встреча с Чубай Любовью Ивановной из города Томска, которая обратилась к нам с просьбой помочь найти ее родных, конкретнее отца или же его семью, если она у него была. Мы будем говорить на двух языках для того, чтобы поняли все наши соотечественники, которые живут в России, на Украине, в бывших странах СНГ и не знают ассирийского, будем говорить на русском. И для наших соотечественников в других странах я буду переводить на ассирийский язык. За последние 3-4 года, как вы знаете, нам удалось помочь нескольким нашим соотечественникам, если не ошибаюсь, в подсчетах уже более 10 найденных семей. И это очень радостно для нас, что мы смогли это сделать. И вместе с нашими друзьями мы переживали их истории. И вот сейчас очередная история. И опять мы возвращаемся послевоенные годы, в сталинские времена, когда были репрессии, довоенные и послевоенные, когда были ссылки в Сибирь. И вот очередная трагическая история очередной семьи. Сейчас, прежде чем мы начнем наш разговор, поздороваемся с Любовью Ивановной. Любовь Ивановна, здравствуйте! Мы приветствуем вас и очень рады видеть вас и общаться с вами. Здравствуйте, я очень рада тоже вас видеть, мне очень приятно, поэтому очень-очень рада. Давайте начнем с начала самого. Где вы родились и как звали ваших родителей, чтобы наши зрители имели представление, о чем пойдет речь? Хорошо, да. Маму тоже с семьей выслали в 1937 году из Красноярского края. Вот. Ей было всего 12 лет, и отца сослали, значит, всей семьей в Бакчар. Там была просто сплошная тайга, и им пришлось все это корчевать. И так они и остались там. Вот. Там она вышла замуж, там она работала, и там мы родились, и на пенсию мама ушла. Вот. Поэтому, вот, в общем-то, и мы и там школу закончили. И я там весь трудовой стаж у меня был. Как говорится, вот сейчас в силу того, что у меня две дочери, я переехала в Томск к ним. Вот так вроде бы небольшая история, но она вот такая вот болезненная. Mm-hmm. Вот ссылки, наш Бакчар, он полный, весь Бакчар был, и Бакчарский район ссыльный. Mm-hmm. Все люди были сильны разных национальностей, и очень много ассирийцев. Мы сегодня, они, несколько семей, сегодня так там и живут. Угу. А ассирийцы были сосланы из Азербайджана туда?
Да, вот я еще отца. Мой отец родился в Краснодаре, но сослан он был в 49-м году с города Кирова-Бада, Азербайджанской ССР. Да, мама у него Радка Юхановна, семья у нас прямо в архиве, я нашла в переписи, где вот сельское поселение, перепись была. Мама Радка Юхановна, старший брат Иосиф Хашабович, значит, вот отец Виктор Хашабович и сестра Мария и Елена. Вот и я Фамилия отца вашего Арзуманов. Туманов, Арзуманов, да, Виктор Виктор Туманов. Хашабович. Да, у мамы был брак первый, она как-то вот записала меня тоже на одно отчество, наверное, в силу своих каких-то, ну, понятий, наверное. Ну, маленькая я как-то не так спрашивала. А сейчас все больше и больше, наверное, с возраста все хочется. Я вот с 6-го года пытаюсь, писала «Жди меня», и вот пытаюсь как-то найти какие-то корни родные. Сейчас я Очень. переведу. Шитет аль поча мотлай шава, джо атрат совет юнион, раба наши, пише на ктыла, пише на двига, джо дусах, у пише на трыда, шудра Сибирия, у хамандани парсупа и ваемет мякарта любов, кат иля пештатрота, бетуйте дани пише на трыда, у шудра Сибирия, Хадарванат Мадита Томск, у раба Эскова Тама Хаюта, у Ани Тама раба Якура Пархана Навадова, сабаб Литфа, Рыкова Мадита, Литфалун, Хачхаманди, Катамсива, Спайхаива, у Меша, у Карта, у раба Якура Пархана Навидена Тама. У Шитет Альпо Аджамо Арпи Эшта, Манбар Плаша Трияна, Манбар Хутамет Плаша, من آذربایجان من مدیتت خانلار من مدیتت گیرآباد آتورای پیش نتریده ام آلمانایت کت ایوا بخایه جو دنیم دیناته پیش نتریدل سیبیریا و آنی دا تاما رابا اسکوا خیوته و رابا یاکوی را پرخانان ویدنه و رابا من بنه امتدیان و آنی پریش پرسوپه کت ویدنه بخایه جو سیبیریا و پرخانه ميتنا ومن شبنا من كرتة من مر ويا سور سور ميات فتاما خش ماشنا تخبيشنا هل ده دانت من بر موت ستالين بتيل شخلاب هجو أطرا وان ناشت كات لتفالون هج خاجناها اتخبش لون طريدة من بيت فاته يوفلون كات هبساسة كتام صيفة مدرة دريفة البيت فاته جاني المدينة جاني مانيتش دبايفا واتخا بيتويتد بي بابت ميا كارتا لوبوف من مديتت كيرواباد ازربيجان بيش نطريد ال سيبيريا وتاما تبيكل بي يمت ميا كارتا لوبوف و جيل براتا و شيت تل بوجا مو خمشي خمشا من برت موت ستالين ساما زودا من اتوراي درون مدرال بيت فاتجاني و يمت ميا كارتا لوبوف لا بيلا ازاوا الازربيجان زديلا سبباي اورسناي تبا ليف بدايا خيوتا داخي بتويا وتفالا اربا بنات و لا خشلا امو واتخا ميا كارتا لوبوف باب ولا لغزيتو و لتلا لا شتشل و هتش خامت انوتا شوكت من أرشيفت مديتة جاني ديتوا كت شمت بابو إلى أرزومانوف فيكتور برونت خوشابة أتفال أخونا يوسف أتفال تريخة فاته واني تشول من برشي تتر بوجامو خمشي خمشة شويكنا وخيشنا من مديتة تومسك إيش خيشنا ليلة بدايا وادي بطلب الله منن كتم سخمش خخلون خزمانو. Скажите, пожалуйста, кроме того, что вы знаете имена своего отца, вот его матери, его сестер, что еще, какая информация у вас есть? Может, кто-то из них были женаты? Что вы знаете о них? Ну, он работал в колхозе Угу. Ленина на тракторе.
Вот все, что, но женаты, замужем не были ни сестра, ни я, ни брат. Вот. Конечно, информация такая скудная, потому что очень поздно все это я стала вот узнавать. Мама, она как-то не очень располагалась на разговор. Вот старшие сестры, что помнили, которые от первого брака у мамы, они вот что помнили, они мне вот рассказали. И подруга была, ну ее сегодня уже ее нету год, как она умерла, а подруга была старшей сестры Марии, тетя Мария Шадрина. Она вот тоже что рассказала, тем я и пользуюсь. А потом я пошла в архив, подняла все документы. Нашла заработную книгу «Путь Ленина» колхоза, нашла вот заработная плата, лист заработной платы вот отца, и что он там трактористом работал, мама у него прицепщицей работала, и вот где они жили, и вот все. И в 55-м году, когда сняли вот это вот приказ, этот убрали по реабилитации, да, по репрессии. Он маму звал уезжать, но мама не сорвалась с места, посчитала, что не, в общем, она не захотела уезжать из Бахчара. И он уехал в 55-м году, в июне он уехал. Но архив мне не дали куда, что и куда. Они уехали все, значит, с семьей. Потому что Бахчари больше, ну, так вот по памяти как-то не помнят. Может быть, те, которые тоже уезжали в то время, но их нету там. А вот те, которые на сегодня там остались, в основном, конечно, уже молодые, потому что пожилого возраста люди, они уже ушли все. Не помнят. Вот. Это возраст моего или чуть постарше. Но они не помнят этого. Ну вот если немножко поразмыслить и предположить, если ваш отец жил в Азербайджане, они выходцы из Турции, из Вана, ассирийцы Азербайджана, выходцы из деревень Ванской области, Хакяри, и родился он в Краснодаре, а потом, видимо, все-таки они раз уехали в Азербайджан, то значит все родственники были там. Так как ассирийцы всегда сплоченно жили, и родственники ехали за родственниками. И всегда были большие семьи, и двоюродные были, очень много у всех детей было в те времена особенно. Я думаю, что и дяди, и тети, и двоюродные кто-то должны были быть. И если они не погибли все во время геноцида 15-го года, конечно же. Все-таки они бежали в те времена из Турции, когда во время Первой мировой войны. Но будем надеяться, что мы сможем узнать что-нибудь. Тем более ассирийцы Азербайджана, они сейчас проживают в России, основная масса. Очень мало там осталось. Очень много в Краснодарском крае, как вы знаете. И в Московской области. И надеемся, попытаемся, по крайней мере, выяснить. И я надеюсь, что многие увидят сегодняшний наш разговор, услышат и откликнутся. Обычно всегда откликаются, передают из уст в уста друг другу, узнают, слышат фамилии, узнают и передают. И обязательно кто-то откликнется. Мне очень этого хочется, я надеюсь. Огромное вам спасибо за вот это тепло, доброту, что вы так откликнулись на мою просьбу. Дай Бог всем здоровья вам, тем более, Жанна. Спасибо большое. Огромное вам спасибо. Я буду ждать с большой надеждой. Это вот что-то все равно хочется, как кровь, что-то есть в этом, видать. И все больше и больше почему-то желание хочется узнать что-то. Спасибо Хотя бы большое. вместить на фото, да. Будем надеяться, потому что, как я сказала, мы помогли уже более 10 семей нашли. Это очень радостно для всех. Волнительно. Да, и волнительно, и вместе с ними переживали все их истории, и вместе с ними плакали.
и смеялись, и радовались, и сейчас мы дружим, созваниваемся все время, общаемся. В прошлом году в мае мы нашли семью, тоже вот так вот были потеряны связи во время Первой мировой войны, во время геноцида. Ребенку, ну, подростку было 14 лет, семья бежала и потеряли мальчика. Он отбился от своих и с другой группой ассирийцев, которые бежали в Россию, он попал с ними в Россию. А родители, маленькие у него еще были братья и сестры, они были в Урмии. И всю жизнь мать надеялась увидеть своего сына, надеялась найти его. И так она и не увидела его. Но они узнали в 60-х годах, что он в России. И дошла весточка до матери, что ее сын в Ростовской области, в Новочеркасске, что его вырастила другая ассирийская семья. Он там женат, жена была у него русская, шестеро детей. Старенькая бабушка, его сестра уже лежала очень больная, и она узнала вот об этом. И она успела поговорить с ним по телефону, и только потом умерла. Поговорила со своим братом, да. Больше связей не было, письма не доходили, так как в те времена все равно все было под запретом, и письма они писали, но письма не доходили, и они опять потеряли друг друга, потом сменились адреса, и больше связи никакой не было. И сейчас двоюродная сестра вот этого, который попал в Ростовскую область, этого ассирийца, двоюродная сестра, взрослая женщина, ей больше 80 лет, она живет в Сиднее, в Австралии. Она меня попросила найти, и я нашла. Родственники есть в Урмии у нас тут, в Новочеркасске, в Санкт-Петербурге. Уже их, его внуки и правнуки. И очень волнительная была встреча, потому что из Сиднея прилетела дочка вот этой бабушки. Бабушка сама не смогла, ей врачи запретили такой тяжелый перелет. Прилетела ее дочка и встречалась с двоюродными братьями и сестрами своей матери. А бабушка сама по скайпу с ними общалась. Переводчик, Очень. хорошее дело вы делаете. Самое главное, что дай Бог вам здоровья и удачи. И, конечно, только благодарны вам. Спасибо большое. И мы с ними, конечно, эту всю историю очень вместе пережили. И таких историй несколько. И одни тоже так же в 20-х годах пришлось бежать из Армении. Молодой парень, 20 лет, бежал, отца арестовали, он бежал в Иран, чтобы его тоже не арестовали. И больше он не вернулся. И никакой связи с семьей больше у него не было. У него очень много братьев и сестер, рожденные после него. Ну, те, которые это были рождены маленькими, он их видел, а потом еще после родились несколько. И он ничего не знал о них, о своей семье он ничего не знал. И сейчас его дети уже, конечно, этого человека уже нет в живых. Ему более 100 лет, а его дети живут в Америке. А братья и сестры, которые остались в Армении, они в Армении, в России и на Украине. И вот мы нашли их и по скайпу общались, вместе плакали, вместе радовались. И один из американцев приезжал, встречался со своими родственниками, он был в Армении. И отсюда из России какая-то часть поехала в Армению, чтобы встретиться. Очень трогательные истории. И каждый раз думаешь, ой, какая трагическая история семьи. Наверное, хуже нет. И с каждым разом новая история. И каждая история имеет свою трагедию. Это очень страшно. Вот так вот не говорите, не все от нас зависит, как видать, что-то вот так в жизни судьба складывается, ну, не все от наших
Видать, от внешнего мира что-то делается. Поэтому, тем не менее, люди молодцы, ищут друг друга. Да. А вы помогаете. Дай Бог вам здоровья и удачи. Спасибо большое. Огромное спасибо вам. Здоровья. Мы делаем это с удовольствием. И если найдутся и ваши родственники, очередная будет удача и радость для всех. Хотя бы чуть-чуть. Хотя бы что-то чуть-чуть. Да, хотя бы вы будете знать, что да. Вы не одна, что у вас... С отцовской стороны тоже есть братья, сестры, какая-то родня. Вы будете знать свою историю в конце концов. Да, да, вот самое главное. Да, вот это самое главное. Поэтому сейчас, спасибо. Чтобы вас не задерживать, на этом закончим сегодняшнюю нашу встречу. И надеюсь, следующая наша встреча будет уже вместе с вашими родственниками. Дай Бог, дай Бог. И в конце нашего разговора, какие у вас есть пожелания или что у вас на душе, что бы вы хотели сказать всем ассирийцам, которые сейчас вас видят и слышат? Хочу пожелать, вы знаете, самое, вот самое главное, я заметила у ассирийцев, это вот такое семейное, близкое, общее, вот мне так кажется, больше такой вот друг за другом, ну такой сплоченность вот это. Поэтому я хочу пожелать, чтобы были более сплоченнее. Добра, любви, это самое главное. А о том, что они дружны и друг друга заботятся, и так это, вот этих нежных, вот этих отношений оставались навсегда. Это самая такая вещь, та, которая всегда нужна в жизни. Поддерживать друг друга, любить, тепло и добро. Вот ассирийцам это присуще такое, как сказать, выразиться, ну вот, наверное, общинность, вот это вот, ну вот это вот, вот не могу даже, ну, дружность, как бы сказать, друг за друга, сплоченность, вот самое главное. И поэтому еще раз пожелать, чтобы это все оставалось навсегда. Всем добра, огромное спасибо и заранее всем спасибо, и вам тем более. И с большой надеждой, вот, и самое главное здоровье всем, любви, добра и здоровья. Вот, и удачи, и удачи. Да, удачи, удачи. Да. И как можно больше видеться за свою вот флаг, все общее, за вот это вот кровное. Это очень, наверное, сближает, и так оставаться на этом уровне всегда. Угу. Спасибо большое. Да, вот эти ваши слова я переведу для всех, чтобы не только в России и за границей наши ассирийцы поняли. سما زودت دهت پکتن انا لاتور جمالی بلیشان دیین سبب انی پرسو پتکت بیایخ مچخخلون اینا امرانت روسیا و سما زودت لخ چول همزومن علیشانت ورسنای و اها تپکتت اودیو اخورزت اودیو ایلی که امرانت روسیا ات اوکراینا ات آذربایجان بلشت امسخ مچخخلون خزمانت میکر تلوبوف بسوروخ قد امسخ هایرخ قده و جو خودتامت دهت پکتا میکر تلوبوف مرا قد رابا بغدایل قد ایلا سویریتا قد جو دمو اتلا دمت سویرای و مرا انا بدایوان قد چول اینا خوبانه ومبني ومتدي چول اتلون يسورة ام اودال خزمايتا چودي ورابا رابا كويل اها يسورة ورابا بغدايوان كات امسان مچخنون خزماني وآويلي اها يسورة امي آويلي اها يسورة امبني ومتدي وبطلابلا من ماريالاها كتشول باسمويتا من تيتا و خویادا جو امتا و بطلابلا منتیتا که داشولد آدیوا دو وقت کت امسخ مچخخلون خزمانو بنه امتا مغب آدیا دبغزایوتون اها خورز دیان ان اتلو خون خزمان جو اترد روسیا، ارمینیا، جورجیا، اوکراینا ان
بايتون مغبيتون مچخيتون لون خزمانوخون اخنان امسخ هيرخ كاتوخون اخچيچ توون كاتي مغبرون بيورخت انترنت جو فيسبوك ماسيتون مچخيتون لي و اخنان بي لبا خدزيا چومت امسخ بت اودخ كات امسخ هيرخ كاتوخون دخو يرخ رابا من بني اوم تدين و مچخيخ خزمانه عادية شوكخ كاتوخون بشينا هل خجاها خيتها مدرب التبكخ أموخن بوشم بشلامة. Дорогие друзья, в завершении нашей сегодняшней встречи я в первую очередь хочу поблагодарить Любовь Ивановну за теплые слова, за то, что она нашла нас и обратилась за помощью. Как я сказала, мы с большим удовольствием это сделаем. И все, кто сейчас нас видят и слышат, пожалуйста, откликнитесь. И если кто-то знает что-нибудь об Арзуманове Викторе Хошабовиче или о его семье, если у него была семья и дети, пожалуйста, откликнитесь и напишите нам в Одноклассниках, в Фейсбуке можете найти меня, можете через наш сайт, есть рубрика «Контакты», где вы можете отправить электронное письмо. И мы с большим удовольствием с вами со всеми пообщаемся. И с большим удовольствием сообщим Любовь Ивановне, что мы нашли ее родных. И еще большая просьба всем, кто нас сейчас видит и слышит. Уже второй год, вот у нас одна зависшая история. Давидонина Ивановна разыскивает своих родных, которые жили в Москве на Тишинке. Есть адреса, есть имена, фамилии, год рождения, вся информация, но мы ничего не можем сделать. Если кто-либо знает о Давидо Зинаиде Ивановне или Давидо Чан Иванович, они по данным, которые у нас есть, после войны уехали в Донецкую область. Пожалуйста, откликнитесь и сообщите нам. А сейчас мы с вами попрощаемся. И до ближайшей встречи с хорошей новостью. До свидания. До свидания, дорогие друзья, и до встречи с вами со всеми.